Когда? Не, не скидывается. Ну, то есть на ладе там нету смысла вот на броню бить. Я и так брони типа кап. На первой фазе то... Лично там в 12 тысяч за абсорби, чтобы все на 12 тысяч меньше специально накидал. Я сегодня этот, я ебался как-то, наверное, год назад, блядь, это зелье выбивал, никак не выбивал, и сегодня пошел на кожавку рецепта выбивать, и оно там 0.5 вроде, шанс выпада, и оно выпал, я такой, о, охуенно. Лёха, вы в ДВ ходили на робота? На какого робота? Вока Хэм. Обычку? Нет. Ну, в ОКХМ я бы, может, и сходил бы там, но там танка нет. Нет, просто ты говорил, сходишь, попробуешь. Да мы ж ходили, пробовали тогда, но потом мы по вечеру его убили. Не, я ДВшников хочу сделать, чтобы ДВшники робота убивали, но туда надо танк. ДВшники лучше бы на РТ собирали. Ну да, там уже два дня ебала какая-то на Джене. Это тоже правда. Никитос, видимо, обиделся, что я ему 1000 ГП дал за то, что он бегал. За целью, на которую гнев кидается, и решил, видимо, не появляться. Да не в этом дело. Но он в другой виде на РТ сидит. Твином? Чего в другой гильдии? В другой гильдии на РТ сидит своим твином. Ну тоже неплохо. Так может это не он кому-то дал аккаунт покатать или перс? А в смысле, его твинк вон у нас в гильдии же находится. Ой. Ухан тут этот дробовик. У него еще шаманы. У нас только целка сегодня? Ну да. У него еще шаман есть. После РТ, если время останется, поможете со второй каты? Если время будет, то да. Ну, я же говорю, если время останется. В ближайшее время это больше ни у кого не намечается. Пусть Никита зайдет на этот, на РСХМ. Я скажу хуй. Скажу иди. Фарми обычку целка. Что там, ДВшники опять перестали Джайна убивать? Да не то, что перестали. Там просто часть без предупреждения не приходит, и все. Ты меня определи, кстати, пожалуйста, куда мне? В ДВ обратно? Конечно, тут есть два роги. Годится. То я вечно утренний РТ просыпаю. Рейд поменяю перед этим боссом Саймон Меликов. Да, я потанчил. Алло, у тебя есть ДК? Ой, ДД. То у меня слабое, у меня лагает. Я вообще бы на Синдру на замену ушел. Синдру профа на замене.
Люди сейчас танч творит. Может, к лечу, может, отлагает лично. У меня бы леча по танчу. Что водил этого кибера. Элбрила. Поводил этого пидора. Кинешь меня на замену? Да, сейчас кину. Ребутну меня на 10, на 15, потом это после профаза. Так, короче. Он никого вылетел или что? Да, он лагал, стоял. У него персонаж на месте бежал. Так, окей, я услышал. Так, пока что. Один вар на замену. Второй вар на замену. ДК. Так. Ах ты, вара, ненавистник. Ого. Так, сейчас коника. И авой тоже кину за. Ну, вот, сейчас. Да я просто РДД сейчас пати сделаю, чтобы проще было. Рада заходишь. Мазер заходишь, Кирсу тоже заходит. Кирс заходит. Можете отойти 4 минуты покурить. Ты это вовремя сказал. Сядь заходит. И Казум заходит. Лёх, мне в ДЦ или в холике? Ты в ДЦ, по хилам. Пятая группа плюс Кирс Горн. Там Кирс заходит? Не знаю. Нет, ну в плане он в рейде сейчас? Да, в рейде. А. Так, что у нас по миликам получается? Монород, Вага, Двороги и Редвар. Ваши глыбы на второй фазе. Ой, дизморальщик. Пойду покурю, короче, и тогда начнем. Сопротив. Эдвард, тут тебя войд подменял немножко, не дезаморай. Этот сопрот убить не забудь. Варлк. Нет, он, наверное, про X3, скорее всего, говорит. Конечно. Да? А, ну если там, и если там не открыто, то печально тебе. Ну, чекни квесты какие-нибудь там, синку какую-нибудь, то... Я уже 210-й на X3, ВВЕ, танком. Ты в ПВП одета или ПВЕ 210? ПВЕ, фулл Т9. Качнулся так. Ну, вот так. А какой смысл на X3 играть? А какой смысл здесь? Я сюда только на РТ захожу. Ну, а что делать между РТ, вот Войд? Ну вот да, по сути. Сука, спек про товара делает. Роги, да? ПВП что. Алду фармить мне не надо. У меня там гильдия. Торговать мне тоже не надо. Бля, что вы там находите? Я не понимаю. Новый перс, блядь. Тут нового перса сделаете. Там неинтересно. Ну, скажем так, там есть перспективы еще и насчет заработка. Насчет чего? Насчет заработка в будущем. Прокачивать персов, что ли? А почему, господи, как вы продаете шмот? Здесь ЦЛК и тому подобное, то же самое там. Ну, если, естественно, сначала начинаешь и одеваешься, и гильдия есть. Вот у меня сейчас там гильдия онлайн 100+ человек. Я не понимаю, вообще. Просто прокачку не люблю. Просто вы не понимаете одной большой... Причина. Этот сервак пока что вроде как есть, а потом там онлайн упадет. Как только откроют ГХшки на этом, на X2, блядь, там онлайн пропадет, я вам отвечаю. Ну, пропадет и пропадет, что такого. Заходить сюда делать охоту, не проблема. Пианист, у меня нет вылетал, я снова тут мне на замену. Пока посиди, послакай. Окей. Мы тебе не доверяем. Там просто в чем прикол? Ну, типа, появится новый контент на X2, все свалят обратно на X2. Вот и все. Блять. Ну, не только новый контент, появится, допустим, вот сейчас появится там
вот это, эти ГХшки, там новая вот эта вот локация появится, все будут сидеть и дрочить на X2, потому что это будет интересно. Все равно днем будут сидеть здесь, вечером туда. Опять же, появятся новые дейлики, блядь, на X2. Все будут сидеть, сука, дейлики хуярить на X2. Перерыв закончился, активные людей смыть. Смотри, сейчас подхожу. Не знаю, я там паладина танка сделал, гильдию создал. Качаюсь, одеваюсь уже. Для меня, блин, в Асгард еще не хотели брать. Говорят, только это через хард. Ну, единственное, они заруинили X3 тем, что они очень рано открыли магазин. Да немного чем заруинили. Ну, как бы обещали, через месяц открыли через 10 дней, но это вообще... И в итоге Асгарды в этот же день закупили себе Т4 и закрыли весь контент. Ну, так и сейчас Т4 он доступен, но на него 6 тысяч надо потратить как. Тем, что на остров Форбс можно было попасть сразу. Ну, это да, там компания. На старте много косяков было у них. Я рулетку крутил, когда она была доступна еще на левелах в шатрате, потом только отключили ее. Да, буквально вот когда вчера, по-моему, когда там позавчера магазин ввели, вот, и они сначала банки отключили, вот, сначала они были, потом они через 5 минут опять их буквально отключили. Да, я, кстати, так и подумал, поэтому купил себе сразу 3 штуки. Так, короче, все, конечно, хорошо. Проты пьем, даем бафы, ставлю рыбам. Уже стоит рыба. Угу. Так, Void, короче. Значит, тогда с фазы первой. Uh-huh. Если что. Дело. Нормально. Такс, дай приехать. Что там сядь? Кирс. Сядь. Вот на бойся, да? Сядь как готов, да, выйдет на больше, сядь как готов, плюс. Сопрот убить. Еще раз проверку. Все готовы, побежали. Заодно и проверишь, как Вар 5. Унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Подождем кто так ведь. Лов хватает. Рада. Метки вынесли. Можешь этот не кидать, я скидываю, если что. Смотрите, куда падает сам. О, посади. Сам встанешь. Все, босс.
жанр. Метки вынесли. Мазер, народ. Пусть. Рейндж наберите. Слева. Там же. Справа. Слева близко. Разбиваем. Слева разбить. Мазер. Скажите, как фаза будет. Сейчас стаков не набираем аккуратно. Что там, Гера, нет? Это Гера, Гера, Гера. Ради. Так, набираем. Нулики. Райан килл. Килла прохил. Дошли. Сбрасываем стаки, ждем пятерку. Мазер вагоны. Это ебало. Иду менять. Забрал. Лыбу разобьете и боссов. Скинул, кстати, уже. Босса бейте. Пока стоит. А там люди. Да. Не забудьте, где спать. Так. Так. Дальше. Ля, я квест не взял. Дворачка. Ну я побежал, хули. Че, так никому не надо? Сука, где моя сова? На ов бы порой. Неонакс, а ты с острова брал шмот? Какой именно? А, на X3? Да. Ну у меня там 120 знаков, пока рано еще. Я на шею коплю. Ну ты смотри, получен урон 500 тысяч, блядь. Блядь, я в стамину забитый. Там 19 кустов островных же. ТЦ, блин, освобожденка набирается мгновенно, пара ста. Как хилился про товар этот? Нормально. По-моему, он вообще урон не получал до 5 миллионов. А я так понимаю, тут многие в стамину, да, стали забиты? Кто? Нет. Долларов 37 тысяч. Клык не упал, да? Нет. Анте 36 тысяч. Анкил 40. Ну это для робота, наверное. Прохиливайте хилы, подхиливайте. Дамага вообще мало, получается. 500 тысяч всего. Сейчас на лече будешь шаркарить там сейчас. Босса потанчу. Боит под Т5 от Протика. Билд другой делается. Там берется казнь. Ну, сделаешь, бери. Я уже рассказывал про это все.
Смысла от того символа и от того таланта нет вообще никакого. Кто там? Мэнма, народ. Твар, ты чё, против там стал мейна? Угу. Поехали. Просто считал все так же. Ставлю рыбу. Дайте профу побить. Пойдешь, свеча побольше. Больше там. Рыба стоит. Как выбирай, тебя воет ярость? Выбирай или проф, или лечь. Ярости фу. Всегда. А, да без разницы. Танечь или что? Тогда лечь. Да, я проверю. Куда ты в поганище? Просто 500 тысяч за 7 долларов. Нормально, мы квест проебали, да, ребята? Ну, бывает. Меня вообще убрали. Сломать людей. Я чувствую, надо этим утанечить таким баром. Снова иллюжины что-то кинули. Кидают сами себя даже. Да вот неудивительно вообще ни разу. Да, Керс, ТВДД, естественно. Думаешь, 5 хилов прохилит? Мой. Так, для... Вдруг кого-то кто-то забыл или кто-то в танке. На перефазе зеленая. Зеленая, блядь, колба. Красная, блядь, метка. Красная херня. Да, Неликс? Или нет. Нелли, где ты? Помнишь все? Он тактику читает, не мешаем. Кирс готов? Его что-то сегодня не слышно, там у него это. Просто Эдвард вернулся, и он молчит. Да, этот Кирс готов, все, все здесь. Давай, пика. Три. 1, поехали. Вот ты что. Ой, да, и ДПС, посмотрите за процентажем, не стоять. 186. Стопнуть. Стопы. 83. Маны, шипы там хуяри. Убить. Зеленого сливаем. Потом сразу переводим босс. Все, переводим босс. Фаза. Стали пометки. Быстрее, 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 быстрее. С красным давай, монород, божи. Дал тебе знак жертвенности. Красный. Срочно. Красный, перекаст, 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 перекаст. Красный. Добить его нахуй. Что? Это еще откуда? На народ обсикался. Было близко. Сложи орды, да? Дальше тогда. Следующий красный будет. Всем привет. Здорово. Пояс выпал. Не нахуй. Серьезно? Я слышу, еще бьет. Бомба. Вайпните кто-нибудь рейд, брат.
50, гриба нет, я подумаю. Тихо, тихо, тихо. Скучнее. Зеленый. Медленно. Великий дик, да. Тридцать восемь. Стопни. Давайте красную. Не бейте. Ну уже поздно, не надо переводить. Так где нас сейчас двое будет. Красного убили. Дай, да. Как переводить? Пошли по меткам. Сразу Еро. Прохил чем тролля. Он жертва дал, короче. У вас, блин, Гера КД. Да ну нахер. Прохил, Жвен. Лазар тоже. Эти Геру. Я свою сдал. Геру. Че, Геру так и не дали? Да только откатилась она. Вон. Бежали. Диванчик полетал. 10 000. Что добьет? Похоже, у меня ничего не выйдет. Выпал я на твой поезд, короче. Блять. Правда называют. Правда называется колбой. Вот вы понимаете, что даже если я не в рейде, он все равно не падает. А это все потому, что в Дискорд нашел. Писать Дизурону, по-моему, гневное письмо турецкого султана. Ну да. Я думал про того. Сука, походу пора. Ухожу за поясом. Больше. Ты вот если бы подождал, пока мы его убьем, не заходил в Дискорд, все бы уже было. Да-да-да. Ну, конечно. Я тоже, кстати, его не видел никогда. Ну что, неправильно это внесли в список? Чё, давай? Ну да, только в джогах он на каждом КД падал. Мне да. Постоянно там этот Синдора скрин скидывал. Так, короче. Кават. Кават. Ты на боссе хочешь побыть? Да, хочу потанчить босса Ивана. Окей, ты тогда на боссе. Кават зайдет, потанчит этого. Тогда трешачок. Коника зайдет вместо кого? Так... Байера еще не забудь. Черн тролля. Для черн тролля что-то надо. Я могу уступить. Надо тебе что-то чем-то роли. Прилив. Первый на приоре, да? Ну, значит, Рюзи заберет, тогда не надо. У нас игры будут в рейде или нет? Или мне в инту забиться с этой? Рюзи забираешь или нет? Короче, вон там желающих.
Короче, чем только посидишь, послакаешь. Так, дальше. Я могу уступить кому-нибудь. И я могу, Алкирзо похилил. Друиды, Иннер, будет, не будет? Тихо вы, говорю еще раз. И это дальше. Я чтобы не это. Да, вот этого закину и... Он спрашивает, что ему делать, в обрыв прыгать или нет? А он знает тактику? Сейчас спрошу. Мне кажется, лучше не рисковать. Лучше в обрыв. Знаешь тактику? Он тебе начнет рассказывать, да не, в обрыв просто тактика. Пусть краю стоит, чтобы его валька схватила и все, минус одна валька. Так, короче, Фарадей тоже выходишь. Ена зайдет. Пусть бьет. Я еще не докушал. Да не, пускай БР будет лишний, но всякий. И Коника зайдешь. Рогом надо что-нибудь? Да. С этого босса. Неонекс или Элрей? Да, топор нужен. Конь. Элрей. На остальное у меня приора нету, могу я уступить. Коника, идешь, дамажит. Кому-то еще надо что-то? Ну, Авой надо, но, блин, у меня пинг. Блять. Сейчас книга упадет. Пускай он с обрыва прыгает. Пингом не возьму, потому что будет печально. Следствия могут быть плачевные. Так, да пусть, портал... говорю, с обрыва просто прыгнет. Портал в Агримар. Да я про танка говорю. Танк с пингом, знаешь, печаль, беда. Так я просто в обрыв спрыгнет с пула и все. А лучше Вальку поймать. Потом польза будет. А ты еще релку кому-нибудь дашь, чтобы запускать? Варам пока что рано на этого босса. Приоденутся немного так. Потом возьму. Такс. Где там? Поставьте мне порт, блять, во время. А вон стоят. Бургримар вот стоит. А, во вижу. Там даже не смотрел в ту сторону. Блин, пингует вообще жесть по вечерам. Печальненько. Буду ДВ ходить со сброса. Днем нормально. 450 пинг у Мозера. 500 у меня. Короче, ладно, Мозер, тогда выйди, лучше фара даст. Пошли на экстрим мусор. Фарада обратно. Я ж на замене был. Хватит. Ныть. Давай, заходи. Я даже усилки не перекинул. Ходи, не ной. Страханешь мозг, ничего страшного. Ой, отключишь мне этот. Угу. А там включен, по-моему. Ты еще дай РЛа кому-нибудь? Мясиста мне закинь. Какой РЛ, вы че? Ну, чтоб и запускался за... босс. Да лага и так за... Так, лаги, короче, РЛ перекинул, он комнату поводит. Полин, подиспелишь? Кстати, на форуме плакали уже, что фризит на роботе? Да, уже не раз. Админы подтвердили эту нюанс, этот нюанс админы подтвердили. Вага, Вага, тут? Дай промоут. Это часть механики. Кто-то
помнить старое доброе ПВП, когда вот так вокруг тела бегаешь, пиздишь, чтоб в спину попадали удары. Пускать все готово? Да, дай про молота. На пол. Блять. Поставь перед ногами этого метку 3D. У меня метки забагались. Ага. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить. Кто на бусе? Звезда. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Тут топ будет фаза, да? Из эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Сука. Я думал, я огро не удержал. Это мув от профессионала. Все хорошо. Будете выходить с метками, нет? Спойм на 3 секунды еще. Неонек, Казум. У меня секунды не прошло уже с диспой. Потому что мы стоим, хуй знает где, ты не успеешь добежать. А че вы шаркаря-то так увели? Там ловушка была. Нет, вообще он просто далеко от рейда изначально идет. Чумы нету. Очень старый разве стоит. А там есть наши, короче. Два процента. Полин, поставь тотем, я сейчас не знаю.
ДД, бурстаните печеньку. Стан там туда дайте, скорее. Сначала лужи центр залейте. 2 секунды. Жена НБР на Анекса. Было опасно. 41 на край фаза, да. В комнате за зеленой меткой бегаем. Да, вот у тебя агро пиздец, конечно, я в ахуе. Налево идем. Я сдам чешку. Еще раз налево.
дам чешку. Направо идем. Ну надо Джайну танчить. Полученный урон. Блять, где Лорус больше получил, чем я? Ебать. Ты смотри, лям 700. Пиздец, у нас хилы, да, и я не умер. Ты в луже стоял, да? Кто-то на нем хпс накручивал. Это вообще жесть. Сам на себе накручивал. При том, что пол ляма это неистовство. То есть, считай, лям 200 получил. По товару. А Кават? Ну да, там еще тоже неистовство. Интересно, сколько протопал получаем? Ну ДКшка явно больше ловит. По ДК не знаю, кстати. Нет, Т4. Все-таки интеллект лучше, чем СПД на этом, на ДЦ. Он получается 50% щит поглощает, а в СПД где-то от 60 до 70, вот в инте до 70%. А эта хуйня чуть не убила, это жнец был. Сука. Прожибку не дал, думаю, похуй. Еще чаржимся. Они повергнут этот мир в пучину. Чуть не сдоху, блядь. Не, ну вообще топовая тема. Станешь первой жертвой. Надо теперь Джайну потанчить. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Ярость, специализация на щитах. Невозможно. Круто. Крит, правда, мало. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев. Там как бы вот ту фишку, что делали с двуручкой, оно как бы, блять, для 10 обычки пойдет. Вот. Но такие боссы, как Халион во тьме. Кстати. Кто знает, где для Вова отключить синхронизацию, короче, кадров, ну, с Моником? Ну, чтобы, короче, у тебя был, ну, не цикличный этот FPS, да, который Моник поддерживает.